Всем привет, вы снова попали на канал «Камин на Кавказ». И вдруг, если на канале впервые, то обязательно ставь лайк и подписывайся. И только лайк и подписка. Говори нормально. Я ничего не понял. Ничего. Вода на лобе светлая, чистая. Относительно, конечно. От этого места поднимаемся в гору. Здесь тропа пошла. Вот тропа. Мы идем в поисках очередных пещер. Вот здесь это место замечательно тем, что здесь чуть выше на скалах есть древние граффити, пентографы какие-то. Совершались некие обряды. Плоды дикой черешни. Не знаю, мы почти поднялись до верху, но тропу пока еще не нашли. Мы, наверное, прошли где-то тропу почему-то. Опять обошли. Мы уже не один раз пытаемся найти эту пещеру, по крайней мере, раза три. Это как бы один из жертвенных камней, якобы, но, скорее всего, это современные байки. Изъяны, какие-то дырки. Ты куда пошел? Я торможу, а ты прешь. Я ж тебе говорю, подожди, ну. Вот так на камнях растут огромные деревья. А это, по-моему, буковые. Вот мы вышли на какую-то тропу. Вот ранние летние грибы. Типа сморчков. Такие они скользкие. Это вот первые как бы грибы. Самолет где? Вот какие-то скалы. Тут место труднопроходимое. Пройдем дальше по тропе. А если что, не найдем там дальше, то вернемся сюда. Здесь обследуем. Могильник характерный. И кругом камни раскиданы. Вот это, видимо, копали давно. Он несколько в стороне от дороги. И современные кладоискатели не добрались сюда. Мы идем дальше. Пока тропа то показывается, то снова теряется. И не очень понятно, как вообще быть в этой ситуации. Что-то... О! У тебя трусы красные здесь. А почему? Не понял, а у тебя... На видео красные трусы. Почему-то вот сейчас. А, это лицо. Да. Тоже большой курган. Здесь. Это подкоп делали недавно. Туда не слезешь ты. А? Давай расковыряем это вот дрова. Посмотрим. Может там золотишь? А, может это кладоискатели здесь искали что-то. Залазили. Тут прямо большой какой-то курган. И камни огромные. Тут место необычное, потому что она на бугре. Там уже спуск вниз. Возможно, где-то здесь и пещера. Да, да, возможно, здесь. Сейчас мы полазим. Вот здесь где-то и пещера, наверное. Место интересное, загадочное. Мы здесь, по-моему, я здесь не был раньше. Ну, все ведь закопали. Или могильник, или курган. Камней-то много. Но может это естественное. Вот здесь дальше тоже все скопано. Относительно тоже вот недавно. Обрыв. И такая вот скала. Ага, вот здесь должна быть пещера, по-моему. Вот здесь. Вот тоже какие-то огромные каменюки. Вот. Где-то среди них и должна быть пещера. Сейчас мы попробуем обнаружить что-нибудь. Мы потихоньку спускаемся вниз. Везде дырки. Камни. И дубы. Не знаю. Но здесь что-то не видно. Очередные скалы.
Сейчас посмотрим, может здесь где фотоаппарат грохнулся с высоты об камни. Так прилично, смачно, бабах. Еще не знаю, что. Но это я был здесь, кажется, уже в этом месте. Травка какая. Вперед. Пещера эта не хочет нам открываться. Ты понял? Как ты прокомментируешь это? Кто-то водит нас за нос. Тебе не кажется? Домой хочу. Домой хочу. К мамке. Вот мужик интересный. Домой. Я ради денег хожу с тобой. Домой хочу. В горах, ты настоящий мужик. Ты забыл подвиги, которые ты совершал в детстве, в юности. Стал бутербродным паинькой. Тобой овладел холодильник и телевизором, игрульки. В чем дело? В чем дело? Ты будешь мужчиной или нет? Просветление наступит у тебя или нет? В твоей башке. Если по какой-то случайности сейчас меня смотрят, ну, хотя бы подростки лет 15-16, то и вы играете в такую игру, как Brawl Stars, и хотите себе купить аккаунт, то переходите в мой магазин по ссылке. Ссылка будет в описании. Что ты играешь? Магазин у него. Да, он Ой, ну громождение камней. Сейчас мы их разведку сделаем, бой. Ссылка на магазин будет в описании. Интересует только игрульки детские. Там аккаунт Кидалова. Аккаунты без Кидалова, то есть половину суммы переводите, потом пароль, логин и все. Если возникнут проблемы, пишите мне. Да все в очередь встали в твой магазин. Там аккаунты дешевые. Крутяк. Дешевый. Аккаунт со спайком 1000 рублей. Но если бесплатно, то... И я зайду. Причем ты вообще не знаешь ничего. И я зайду, гляну, что там у тебя в магазине. Кажется, дождик начинается. Там не только аккаунты Brawl Stars, там еще Clash of Clans и Clash Royale. Ни черта себе. Так что ссылка на магазин будет в описании, без кидала. Вот, что ты убираешь? Предприниматель, так. Бизнесмен. Также я делаю богатый, бусты. Вынужден ходить. Да помолчи, ран... ты, также я делаю бусты аккаунтов Clash Royale. Как интересно. О, там какой-то водичка внизу. Что-то блестит внизу. Вон там родник, что ли, что такое. Чё-то, вот интересная приспособа. О, это тут что-то надо камни разведку сделать. Тут, наверное, здесь какие-то совершались подношения духом. Вот что-то не пойму, почему тебе вместо черного красное. Что? Покажи. Вон, смотри. Видишь? Смотри, смотри. Вижу. Вот как форма какие. Тогда напишите, вам интересно смотреть? Скорее всего, нет. Он мне, парень привел меня конкретно и показал. Ссылка будет в описании. Дождик. Ура! Да вот надо все, аппаратуру прятать. Потому что чтобы не замочил. Аппаратура на миллионы. Да. Это грибы так растут. Это не твой магазин там. Пустой. Вообще-то у меня да послушай. Я лично закупаю аккаунты по 300, по 400 рублей. Вкачиваю из них, потом перепродаю. Мы верим, что ты закупаешь. Вот, так что ты зарабатываешь, сомневаемся. На бустах, на продаже вообще. Каждый гриб будет снимать сейчас. Это каждый... грусть. Ой, мы, а под, мы не знаем. Под дубик. Конкретный дождик пошел. Ссылка в описании. Какие-то камни. Гром гремит. Вот сюда сейчас тоже выйдем, глянем, вот на это скажу. Тут что-то не было вроде. Надо посмотреть. Ну это вроде не похоже на это место. Да, конечно. Какие-то вот скальные. Что? Да не похоже. Сейчас в общих чертах глянем. А черт-то может быть. Где-нибудь. Мне кажется, мы почти на шапку пришли. Я хочу залезть? Ну да, если получится сейчас все равно обходить. Вниз спускаться некомфортно. Mm-hmm.
А, нет, я там не вылезу. Эти тапочки хорошие у меня, скользкие. Ого. Выползли. Красавица лоба. Ага. Ой, ты чё? Козёл, не подходя, сейчас скользко. Давай, давай. О-о-о, красивости. Класс будет. Сейчас на фотик попробую снять. Дождик пошел. Вот я снимаю на фотоаппарат. Вот такие пейзажи здесь красивые. Ребят, ну вы поняли, да? Поняли, поняли. Мы кто хочет поняли. Ставить донат, киви, донаты. Киви я ставлю в описании свой. Кидайте нам больше денег. Помогите нам средствами, пожалуйста. За наши ты труды. Больше слез пускай. Слез и соплей. За наши труды и старания, пожалуйста. Хотя бы рублей 20-50, можно. Ну, фокусируется, по-моему, нормально вроде. Кто может, помогите мне, бедному. За наши труды и старания. Бедному крестьянину. Многодетному. Поможите ему. Конечно, уже очень много лет прошло с того момента, как существует наш канал. Я киви оставлю в описании. Обязательно зайдите. Кто сможет, хотя бы рублей 20 скиньте. Хавает. Все видели? Помогите, донат. Спрятался. Последний помидор доедаем. Донаты дайте ему. Это лоба. Мало. Лобенок называю здесь. Мясным мясом. Такое цветочки здесь растут. И никто их не сажал. Мы сами по себе. Ссылка на киви будет в описании. Номер киви. И ссылка на мой магазин тоже будет в описании. Все запомнили? Какие хрени. Сейчас середина лета. 26 сегодня июня. Дожди здесь, непогода. Кому-то не повезло, а нам привычно, ничего нового. Может, нам прямо и спускаться от мятой дороги, вот спускаться туда. Тут в таких неблагоприятных условиях мы работаем. Дождик шпарит, а мы по лесам здесь, как дурни. Волки смотрят. Удивление. Подожди здесь. Животное в шоке. По такой погоде. Лазаю здесь по горам. Вот так вот вдоль скалы идем, идем, идем. Идем, идем, идем. И вот там навесы такие вот. Магнаны. Необычные. Идем, идем, идем. И вдруг выходим к пещере. Вдруг. Здесь уже это черника растет. Вот это все черника. О, это черника. А, так, живем ее. Прямо возле дороги черника. О! Интересно. Как сверху подтекало. И... О, можно спрятаться. Ну и оставайся. Как дед Федор из 12 стульев. Что, не включен? И гром гремит, и дождик. И карнизы. Мы идем по карнизу. Вдоль стены каменные, скальные.
внизу лоба уже. И дорога есть. Если улетим, то прямо в лобу. А мы как бараны. Ходим еще. Ну уж еще питаем надежду, что что-нибудь увидим насчет пещеры. А вон камни как. Едва держатся. Ага. Надо подальше от нас. Не она, а та пещера. Что-то мне кажется, что здесь. Может, мы нашли ее? Это пещера? А? Свет нужен. А? Свет? А. А, вот, что-то похоже. Ну, едва ли это она. Ну, тут как бы... Как тут можно пролезть? Тут. Ну, конечно, таким толстым, как... Ты знаешь, а может и она. Ну, я не знаю, как пролезть можно. Невероятно. Так, все. Что, охой? Ты знаешь, пещера там. Точно. Вон оттуда холод идет, прет. Ну, тут-то же невозможно спуститься. Давай чуть приблизим вот так. Глянем, что там. Что там может быть? О, вот. Да! Что там случилось? Бегу. Сюда. Зовет. Вот она. Пещера. А вон, нашли пещеру. Вон. Нашли пещеру. Ну сейчас опасно лезть. Вот она пещера. А что тут у меня это? Пещеру нашли. Дождик, правда. Мы уже не зря сходили. Смотри. Ого-го-го. Просто гигантская. О, да она вообще охренеть. Ну давай попробуем. А ты здесь можешь оставить. Стоп, стоп. Так. Просто. О, о, вот она, пещера. Все-таки странно. Мы ее ищем. Ищем. Да, нашли наконец-то. Так, сейчас надо. На лице. Так, мы спускаемся, но залезть оттуда будет сложно. Нет, тут камень. Можно опереться и залезть. Можно, да? Да, если не скользко, то тут можно подняться. Можно будет вниз, да? Сейчас, да. Короче, ну если можно, давай слазим, ладно. Все, да? Ну да, может быть там снова он очередной спуск дальше. Ладно. Ну да, там спуски. Ну все, давай, слазь я за тобой. Так, вещи бери. Давай. Сейчас. Вот я включил. Да видно, видно. Ну сейчас мы спускаемся, короче, ну, пошли. Мы пошли. А, ты включил фонарь, да? Да. Давай. А, тут еще один. Еще вот там камни сверху. Камни да. Сверху. Ты как-то. Держу. Тоже опять падать, да? Да. Да. Приблизительно туда вот нам мы спускаемся. Я снимаю фотоаппаратом. Это съемки фотоаппаратом. Сейчас и видеокамеру включу тоже. Так, посмотри, чтобы я не свалился здесь. Так, все, прыгай. Рискуем жизнью ради вас. А ты это? У тебя видеокамера не получится? Да. А держать? Да. Ну, спустись, наверное, получится. Сейчас, ладно, я сейчас сам, наверное, пока. В принципе, да, там уже спуск, там не получится. Вот, прямо... Целая галерея, кошмар, интересно. Охренеть можно. Мы да, даже, это мы самое, даже не ожидали. Самая крутая, может быть, из всех. Главное, она сухая. Так, давай сейчас я включу пока. Да, удивительно, что сюда ничего. Не включай, мы не включенно иду. Ай, елки-палки. Выключил, взял видеокамеру и топаю. Вот там галерея такая огромная. Можно на машине. Да, она огромная, и холоднее становится. На машине можно съезжать сюда, спускаться. И не видно полно, там, ну там видно. О, какой-то чуть-чуть свет вон оттуда идет. Так, ну ты куда-то оттуда, ты свети. Я свет. И старайся это. Туман как будто прямо. Туман, да. Да, туман. Ну иди впереди. Блин, что-то страшно. А я тебе как объект буду снимать. Чуть-чуть ниже спустись, только осторожно, под ноги смотри. Осторожно, там камни. Где-то. Под ноги все время смотри. Смотри. Да, тут вообще. И надо смотреть наверху. Ой, чё, я упал.
Как дождик не пойдет сюда, влага? Вода на нас. Да, вот это зола. Ну, извинитесь, если плохое изображение, потому что очень сыро. Смотри, какие узоры красивые. А, вот, смотри, какая галерея. Смотрите, вот. Давай, ну, конкретно светь на них, а я буду сейчас приближу. Давай, вот это. Да. Давай, ага. Вот, теперь давай по всем, и туда потихоньку. Нет, вот сюда, на этот. Давай, и я буду. Вот, потихоньку, не спеши. Вот, давай. Это нет. Там вверх, да? И вверх галерея какая-то вот. Изображение. Да, вон, видите, такие прям аж. Ага. Ну, вот такие камни, они очень ровные. Красиво. Как будто бы в галерее изобразительных искусств. Ну-ка, вот отсюда, вот. Вот отсюда подальше, чтобы это ты не. Это снизу видишь, она не очень. Вот так, чтобы она. А, так вот. Но уже темно, уже ничего не видно почти. Если без света, то тут тьма. А что это такое, вот это вот? Так, еще вот это мы посмотрим сейчас. Ну, ладно. И дальше. Я буду светить тебе. А, она, может быть, где закончилась? Нет, она закончилась, и еще туда, вглубь. Вот это да, впечатляет, конечно. Охренеть. Тут скользко, да? Нет. А кто тут здесь вот следы чьи-то? Мои, наверное. Не, вот животное какое-то. А вот эти камни как? Тебе кажется, ничего? Красные, нет? Так, а людей везде все, по бокам. Там, слышу воду. Вода идет сюда. Вон там. Внизу? Внизу что-то там прям происходит. Да? Пошли вниз. Давай. Может, там кто-то живет? Тут место, конечно, замечательное для древних людей. Просто идеальные условия. Если только вода не попадает сюда, вот опять галерея. Картина галерея. Давай. Я за тобой топаю. Прямо аж. Вода капает. Давай, иди. Я за тобой. Да, это, конечно, не так. Тихо, будет жаба. Жаба? Да. Вот она тысячи лет живет здесь. Она медитирует без движения и живет тысячи лет вот в таких условиях. Но ей ничего как бы не грозит. Опасно, конечно. Она состояние анабиоза и может прожить. Жаба – это самое благородное животное. Погладим ее, и будет удача. И нам тоже удача будет тут погладить. Может, погладь. Ну, погладь, удача будет. Прыщики только будут. Никакие прыщики, а удача будет. Жаба – это удача. На удачу. Вот. Все. А давай лицо. В лицо сфотографируем морду. Вот так. Вот так глазки сфотографируем. Это значит, нас ждет удача. Все, пошли дальше. Мы желаем им здоровья, счастья, много лет, много-много лет жизни. Благоприятно в этих условиях. Конечно. Иди вперед, а то у меня объекта нету, просто пустое пространство. И когда я тебя хочу сфотографирую. Иди немножко вперед, чтобы я видел. Капец, да, вообще здесь, конечно, кайф. Идти просто. Ну да, никогда бы не догадался, что здесь. Как мы неожиданно все-таки. Снимай, там видишь, там вглубь идет она. Да, что-то дальше и дальше. Ну ты иди, не бойся, что-то. Чтобы я объект был. Смотри, вот какая-то камень. Объект. Ну, посвети на себя, я посмотрю. Чуть-чуть на себя, да, свет? Вот, хорошо, интересно. Вот. Будет интересно. Так, вот это мы уже спустились, но она куда-то туда дальше во влагалище спускается это в какие-то преисподние. Пошли. Давай что-то отключай, потому что я не спущусь. Так, все, теперь постепенно сужается все это. Вот кто-то написал здесь что-то. Так, написано. Это какой вот? Ничего не понятно. Привкус какой-то чувствуешь? Ну, сырость. Влаги сырости.
куда-то вообще поперло вниз. Я тебя снимаю фотоаппаратом дополнительно. И все пошло вниз вон туда. Ну, спускаться. Она не фиксирует, это ручной надо фиксацию делать. Так. Приблизить хочешь? Просто зафиксировать. Она не видит, не может зафиксировать. Видишь? Она не может зафиксироваться. Туда свети, я не могу. Темноте, что я как это. Так, ничего не понял. Как зафиксировать? Ну, она не зафиксирует, потому что объекта нет. Давай без камеры. Без фотоаппарата? Да. Что, пойдем туда? Ты знаешь, фотоаппарат у него цвета какие-то красивые, такие интересные. Какие они красные, зеленые, синие. Ты снимаешь, да? Я да, тоже. Ну, вообще можно было выключить. Ну, что, давай. Ну, на что-то отключай давай, что это. Пожалуйста, сюда. Короче, ты хочешь, мы пошли дальше, да? А если... Что-то уже, да, уже вот, уже чувствуется, что... Как климат. Смотри. Еще куда-то пошла. Вниз. Можно туда пойти. Ага, сейчас. Тут еще куда-то. Спуститься туда. И там еще одна галерея, по-моему, внизу. Ну вот и все сложнее и сложнее становится. Прям обрезанный камень. Будь осторожен, здесь осторожен. Вот здесь, наверное, спускаться надо. Где? Ну вот здесь, вот, наверное, спуск, да? Да тут вот тут камни, видишь, тут провалы. Там и дальше идти, да? Ну, тут вот опасный спуск, да? Ну да. Далеко ушли. Там мы уже очень далеко, конечно, ушли. Ну, он говорил, мужик длинная, да? Он все не проходил. Да, он вроде говорил, длинная вроде. Че, будем спускаться? Ну, если есть возможность, давай спустимся. Сиди сюда. Светы, свечу. Правда, будем надеяться, что ничего не провалится. Потому что мы там увидели, там, конечно. Ты мне помог бы? Чего? Держать надо, это финиш не смогу. А тут вот тут наступить, ты где? Да я, у меня руки заняты все. Держи, осторожно все это держи. Так. Ну тут она в... Она туда еще идет, вглубь. Ой, там совсем вниз пошла. Куда-то вообще, во-первых, вниз. Я тебя снимаю с аппаратом дополнительно. И все пошло вниз вон туда. Ну, спускаться. А, она не фиксирует мне. Что я? Мы залезем потом обратно хоть. По-моему, там нет смысла идти дальше. Не, ну ты сможешь спуститься, нет? Здесь? Ну да. Залезть обратно не сможем, да? Да. А ну посмотрим давай, что там. А что ты не сможешь? По-моему, сможешь. Ладно. Снимаю фотоаппаратом. Видеокамера выключена. Нагрелась. А вот так. Разрядилась? Да, нагрелась. Уже. Не знаю, видно что-нибудь. Может, еще светлее сделать. Еще, конечно, было светлее. Я уже весь просто вблизи. А? Ой. Ну я не знаю, как я смогу с этим, с оборудованием. Вот я даже не знаю, сейчас куда буду прыгать. Ну ты не прыгай, ты потихоньку спускайся. Здесь прыгать не надо, а то я тебя отсюда не вытащу. Дай фонарик. Только не прыгай, смотри, будь осторожен, да? На фонарик. Аккуратно, осторожно. Осторожно, будь осторожным. Как я еще здесь вообще? Теперь ты здесь. Что? Да, это. Проблема.
Сейчас спускаться. Ой-ой-ой, тут уже дальше не спустимся. Тут вот это опасно, да? Да, тут вообще такое... Самое опасное. Самый опасный участок, смотри. Ну, в принципе, не самый опасный. Ну да, вот здесь есть. Есть ли смысл дальше идти? Вот я не знаю. Ну, попробуй, если ты спустишься, значит, я спущусь. Дойдем мы до того места. Там будет, наверное, здесь вернемся. Давай и здесь посижу, я посиди, я схожу туда потом, гляну фотографию. Тебе все равно возвращаться. А сейчас может свет закончиться. Да. Ну а что, он же не вечер. Что у нас есть из света? Ну, зажигалка. И ты типа, что, угораешь? А? А что? Ты угораешь? Да, это мне бы немножко светило под ноги. Так, все. Тут видишь, они камни попадали. И поэтому все разрушилось здесь. Дальше как бы нету прохода, но вот там, может быть, гляну. А я тут стою, не знаю, что куда. Какая там ситуация? Ситуэйшн. Ого. Дырка? Нет, подожди. Я еще слезу. Там дырка внизу? Сильная? Вот здесь? Глубокая, нет? Здесь? Ага. Здесь, да, трещина такая. Опасно. Наверху что там? Наверху тупик. Смотри, я имею в виду самый верх, вот наверх, прямо глянь. А там камень висит. Вот на самом верху. Камень висит. Так, еще здесь дальше что? Я сейчас пролезу туда, посмотри. Что за этими камнями там? Там может еще дальше? Да, там может что-то. То есть это вот тупик как бы, да? Да. А вот с правой стороны что у тебя? Вот здесь? А, да. Здесь тупик и все. Стена, да? Да, тут. Ну, тобой камни на тобой. Да, я вижу. А, пошли. Так, о, давай сюда прыгай. А там, по-моему, наверху еще проход. Вот туда. Ага. Наверх. На второй галерее, да? Верхняя? Да, верхняя. Давай сюда прыгай. Так, если бы камни не загородили, то так, наверное, дальше это шло все. Да, они просто упали. Просто расщелины так. Тихо. Ну, возьми. Сколько осталось? О, осталось 9 минут. Охренеть можно. Мало. Ну, сейчас закончится. Тут же еще свет горит. Надо же еще успеть выйти за это время. За 9 минут? Да. Давай, быстрее, быстрее. Эта сумка где? Не взял? Вот она. 9 минут света осталось. Сейчас мы будем рвачки делать. На, это, видеокамера. Ты, это... ты залез? А? Ты когда успел залезть? Что-то. Ребят, ну за такое однозначно лайк надо поставить. Чтобы наши труды не были напрасны. Пожалуйста, лайк и подпиской. Все. Ребят, спасибо огромное, что душе досмотрели ролик до конца. Все условия вы слышали. Набираем 100 лайков, и мы приходим сюда еще раз. А, ну что еще? Ну, спасибо, что посмотрели видео. Киви в описании, и магазин мой тоже в описании. Всем покидаем это место. Вот оно. Я же видел, он показывал, скала, и вдоль скалы. Но я не видел этот каньон вниз, понимаешь? Я вот не видел его. Тоже какой-то каньон. За поворотом поворот. Туман, туман стоит. Бузует вода. Поднялось воды столько.
тумане идем. Низкая была.